шевелей рук так будет. Вот. Пальцы поджаты, сомкнутые на такое положение. Две ручки здесь одно отходишь. Да. Вторая с места не трогается. Кулаки навстречу, на уровне горла. Пошли блоки, здесь нужно поработать бедрами. Стараться какие-то еще бедра, пальцы где-то направлены. Бедром, пальцы под 45, вот в таком направлении. И пошли у нас удары ногами. Мы на правой закончили, левая на вашей двери. Дальше соку. И как выполняется еще? Первый заступ. Делается удар, чтобы вы находились спиной. Некоторые бьют удар, находясь сбоку, получается лёгко. Вот из этого положения. Шире так, чтобы пятка стопа под 45 была. Поворачиваемся. В другую сторону крутимся, здесь уже видите без заступа. Из этого положения. Так, и здесь. Шаг. Вот после второго шага, видите, спиной стоит. Отсюда шире. А некоторые делают вот так. Раз, два, три, и бьют йоко. То есть нужно повернуться спиной. Раз, два. Здесь раз, два, три. Потом на месте. Ну и в принципе все остальные техники.